снег воспоминания, в любви признания тебе. И в ней всегда мне улыбаешься, растворяешься в дожде. По венам моим звуки и музыка, ты со мной навсегда. Даже если штормы убережем друг друга, прошу тебя, запомни, внутри меня есть тобой, от сна меня разбудишь. Теперь я точно знаю, ты меня очень любишь, очень любишь, очень любишь. В каждом вокруг вижу твои глаза, хочу сказать тебе. Эта любовь, знаю наверняка, долго живет она во мне. Во мне. И даже если бури, и даже если штормы, убережем друг друга, прошу тебя, запомни, внутри меня есть дом твой, от сна меня разбудишь. Точно знаю, ты меня очень любишь, очень любишь, очень любишь. Я точно знаю. Если бури, и даже если штормы, убережем друг друга, я точно знаю, что мы судьбой даны друг другу. Пусть знает каждый встречный, вся жизнь идет по кругу, а счастье наше вечно, счастье вечно, наше вечно. Я точно знаю, что счастье наше вечно, счастье вечно, наше вечно, я точно знаю. Браво! Здравствуйте! Привет. Добрый вечер, дорогие друзья! Всем привет! Это программа «Добрый вечер. Гомель» на телеканале «Беларусь-4». У меня хорошая новость. С этого года у нас стартует музыкальная среда в рамках программы «Добрый вечер. Гомель». Что это значит? Каждую среду в эту студию будут приходить интересные музыканты, играть только хорошая музыка. И сегодня у нас дебют музыкальной среды, а в гостях у меня великолепная, очаровательная, талантливая певица, музыкант, композитор, поэтесса Галина Лосаева и ее Галика Бенд. Ребята, привет! Добрый вечер. Долго думал, с какого вопроса начать, ничего умнее не придумал, как дела, как настроение. Дела хорошо, настроение тоже. Очень рада снова быть в этой студии. Уже в таком составе давно хотела притащить сюда своих музыкантов. Я давно хотел вас в этой студии увидеть. Знаешь, пересмотрел архивы, когда мы с тобой были в этой студии. Тогда ты еще была одна из укулеле. Это было в 2019 году. А ведь за это время столько много у тебя всего произошло. Смотри, онлайн-концерты, кучерявый тур, фотосессии, съемки клипа, новые песни, новые стихи. В конце концов, у тебя появились новые хобби, новые увлечения. Ну да. Расскажи, что из этих событий для тебя, ну, скажем так, самое основное, самое главное, вот что бы ты выделила, что вот за этот период, за прошлый год, это было самое вот лучшее? Я думаю, что самое важное в музыкальном плане — это
релиз нашей песни, которая вышла в конце... Вот эта песня, которую мы сейчас исполнили, она вышла в конце декабря. В конце декабря на всех музыкальных площадках, поэтому, уважаемые зрители, ищите везде Яндекс, Spotify, Google Play, YouTube Music, везде есть. Ну, в конце концов, можно зайти в твой Инстаграм и всю там необходимую информацию найти, да. Получить. Ну и, конечно же, это съемки клипа на эту песню. Я надеюсь, что к весне он уже будет готов. Ну, я надеюсь, что премьера в нашей музыкальной среде все-таки состоится и вашего видео, потому что сегодня мы чуть позже поговорим про этот видеоклип, и, наверное, увидим некоторый эксклюзив в виде бэкстейджа. Да. Вот. Ну, за этот эфирный час постараемся обсудить все и даже чуть больше обо всем, о чем мы говорили, но хочется еще и услышать много хорошей музыки. Следующая композиция «Никто», расскажи немного о ней. Кто этот никто? Или что? Ну, вообще, это, наверное, больше собирательный такой персонаж. Вот. Обычно я, когда начала писать свои песни, я писала в основном про мечту, про дружбу, про путь к своей мечте. И все говорят, давай уже напиши что-нибудь про любовь. Это песня про любовь. Песня про любовь. Галика Бенд, Галина Ласаева. Просим. Предначертана судьбой быть только вместе навсегда, идти по встречной мостовой сквозь жизнь, сквозь и времена. И пусть захватывает дух, и пусть он будет позади, но я кричу об этом вслух с тобой, у нас все впереди. Дороже на моих устах, до чувства, будто тут в плену, до слез, что на моих глазах, себя безмерно я люблю, до страха, что в душе моей, до боли в сердце глубоко, с тобою рядом я сильней, а без тебя совсем никто. С тобой нам нелегко, такой вот этот мир живых. И пусть захватывает дух, и пусть он будет позади, но я кричу об этом вслух, с тобой у нас все впереди. До дрожи на моих устах, до чувства, будто дух в плену, до слез, что на моих глазах, себя безмерно я люблю, до страха, что в душе моей, до боли в сердце глубоко, с тобою рядом я сильнее, а без тебя совсем никто. Встречной мостовой сквозь жизнь, сквозь ли времена. И пусть захватывает дух, и пусть им будет позади, но я кричу об этом вслух, с тобой у нас все впереди.
Вот это браво! Песня. Галика, бэнд Галина Лосаева сегодня у нас в гостях. Также напомню, что сегодня у нас премьера музыкальной среды в рамках проекта «Добрый вечер, Гомель». Напомню, что каждую среду у нас лучшие музыканты и, конечно же, лучшая музыка будет звучать в этой студии. Галя, вот Галика, бэнд у тебя появился. Да. Рассказывай, знакомь, кто вошел в состав твоей музыкальной банды? Роман, гитарист. Он вообще у нас мультиинструменталист. Привет, он на всем умеет играть. Вот, Владимир, барабанщик, и Михаил, клавишник. Мы вот втроем, в принципе, уже давно знакомы, а Михаил к нам присоединился летом к нам присоединился. И это очень классная находка. А вообще вот дата рождения Галика Бэнд уже запомнили? С какого момента дата рождения, идет исчисление? Это ну, как бы первый раз, когда собрались на репетицию, или первый раз, когда вышли на сцену вместе сыграть серьезный концерт? Вообще, как бы мы вот втроем в таком составе уже с 18-го года. Угу. Вот. А в полноценном таком составе мы с осени. Осени. Смотри, обычно в коллективы там проводятся какие-то кастинги, какие-то смотры. Как подбирался твой коллектив? Просто это, скажем так, мой, может быть, уже шестой по счету коллектив и самый удачный, я считаю, самый классный, потому что мы очень близки по духу и понимаем друг друга. Вот, и подбирался, ну, это всегда происходило очень случайно, я там нигде не искала целенаправленно, не писала людям, просто они как-то сами находились. Сами. Да, и все. Кто-то за другим подтягивался, и все. Вот как-то так. Ну, вот смотри, какой интересный момент, я думаю, заметил не только я, но и наши зрители, коллектив мужской. Да. Сложно управлять. Ну, это классно. Я вообще считаю, что коллектив должен быть мужским преимущественно. Вот, потому что мне кажется, как-то в плане музыкантов не хочу там никого обидеть, но мне удобнее работать с мальчиками. Вот. Более понятливые? Ну да, я им сказала, они все понимают. Ребят, расскажите, каково это быть, скажем так, под начальством леди-босс Галины Лосаевой? Рома. Очень просто. Таких разногласий там серьезных нету. Сказала, сделали, подумали, переделали все. Да ладно, здесь можно говорить все на чистоту. Нет, а на самом деле. Серьезно, все очень просто. Молодцы. Самое классное то, что они не боятся привнести что-то свое и как бы показывать мне. И если мне это нравится, и всем нравится, мы это внедряем, это очень круто. Вот, правда? Да. Мы обычно и работаем по такой схеме, что берем что-то за основу и потом добавляем свои элементы. Ну, если вот, в целом группе нравится, оставляем то, как вот есть. Мне понравилось вот это вот многозначительный вопрос со стороны вашей леди-босса. Правда? Это нормально. Вы помните, чему я вас учила, да? Да, да. Кстати, а чему ты их учила? Это шутка. Это в том плане так. Отвечать на вопросы только кратко. Впереди у нас еще достаточно времени, чтобы и эту тайну от Галика Бэнд узнать. Что же скрывается за словом «правда»? Мы в основном видим одну часть любого музыкального коллектива, в частности, вот сегодня Галика Бэнд. Работаете на сцене, несете людям хорошую музыку, дарите позитив. А ну, есть еще работа, которая, скажем так, за сценой внутри коллектива. Вот как распределяются обязанности, кто за что отвечает? Может, там кто-то за хозяйственную часть, кто-то за творческую, кто-то за документальную, административную? Ну, кажется, по-разному. Единственное, что я знаю, что за фото и видео отвечаю я. Вот. И за целостность. А так вообще, ну, как бы, каждый раз по-разному. Где-то там одно, один человек делает, где-то другое. Да, по мере необходимости, Рома правильно говорит. У нас нет такого, что ты там ведешь то, ты ведешь то, ты ведешь это, нет такого. Когда мы в тур поедем какой-нибудь. Вот так. Кстати, а когда тур планируется? Год только стартовал, можно уже... Ну, надо еще поработать над материалом. И материала много, его надо делать. Надо делать красивые аранжировки. Вот, а без них я не справлюсь, надо с ними все вместе. Материал. Я, насколько могу понять, ты сама пишешь и музыку, и слова. Ну, музыкальную основу, мелодию, скажем так, да. А уже аранжировку я приношу мальчикам, показываю, и мы уже доделываем вместе. Как происходит этот творческий процесс?
Я беру гитару, наигрываю, напеваю. И тихим голосом пою. Они подхватывают и дальше там где-то импровизируют. По ходу дела какие-то фишечки, которые нам нравятся, мы оставляем, и вот так рождается композиция. Часто бывают творческие споры? Ну, бывают. Но они всегда хорошо заканчиваются. Победой. Результат. Хорошим результатом заканчиваются. Кстати, вот как бы вы охарактеризовали стиль, в котором работаете? Ну, я везде пишу на музыкальных площадках, когда выкладываю песни, что это инди-рок такой. Сейчас все, да, называют инди-роком, что не относится к чему-то тяжелому или рэпу. Или к попу. Ну, инди-рок это как бы, как там правильно говорится, это. Больше бы к попу отнес. Попу? Ну, больше. Поп. Я бы сказал, что инди-поп-рок. Частичное смешение идет обоих. Инди-поп-рок. Все подряд. Ну, вот смотрите, для того, чтобы понять настроение зрителя и то, что хочет меломан услышать, наверное, тоже нужно изучать какие-то музыкальные тенденции. Вот, что если сейчас ты нужно? Про Моргенштерна, то мы его не изучаем, слава богу. Вот, но вообще, да, сейчас же все просто на нем помешаны, поэтому я не знаю вообще, куда катится современная молодежь, почему она слушает такую странную музыку, но, видимо, такое время сейчас. А какую музыку слушают в твоем коллективе? Ну, все по-разному, да. Роман, начнем с вас. Ну, я тяжелую музыку слушаю, классическую тяжелую, Металлику, Моторхед, Слэйр. Много но многое из того, что он слушает, мне тоже нравится. Вот мы здесь с ним совпали. Михаил, ваши музыкальные предпочтения? Любимая группа Red Hot Chili Peppers. Вот. Вообще в списке их примерно около 10, но я бы сказал, что последний раз он пополнялся где-то году в 2008-2009. Я полностью согласен с Галей, в современном мире нету каких-то исключительно талантливых исполнителей. Поэтому вопрос я бы перефразировал немножко другим образом. Я бы сказал, что у меня и, в принципе, у нас у всех есть любимая песня, а любимых групп современных, к сожалению, нет. Ну да, есть такое. Есть как хороший так. Продукт попадается, но в плане, что прям... Не, у меня, кстати, есть такой один современный исполнитель. Один современный у меня есть. Монатик. Это, возможно, это про Монатика, да? Да, Монатик. Ну да, хорошо. Как я забыла. Из каждого правила есть исключение. Нет, и еще тяжелый играет хэви-метал, американская группа The Pretty Reckless, как-то так звучит, по-моему, я не очень в английском, но мне нравится тоже. Она такая больше похожа на тот старый добрый рок, там, 80-х, 90-х, вот такая. Вот у Владимира забыли спросить еще, вернее, не забыли, а очередь не дошла. Скорее всего, под настроение. И либо, когда музыка связана с каким-то моментом. Вот иногда хочется пережить настроение этого момента, включаешь и слушаю. Вообще полностью меломан. Ну, а больше играть на установке я люблю именно тяжелую музыку. Ну, более энергично, нежели это. Ну, за кулисной жизнью немного разобрались, с музыкальными пристрастиями тоже вроде бы моменты прояснили. А музыки давно не было в нашем эфире. Следующая композиция – это уже «Сильнее пора. Меня». Немного расскажи, что стало поводом для написания этой песни, почему название такое, что должно быть сильнее тебя? Меня. Какие-то чувства, природные условия? Да, чувства. Ну, тут тоже о любви эта песня. Я вообще сегодня все, наверное, только о любви буду петь. Сентиментальная. Вот. Ну, любовь, да, превыше всего. Любовь – это основа нашей жизни, и поэтому… Любовь спасет мир. Любовь сильнее меня. Любовь заставляет этот мир вращаться. Да. Вот, как-то так. Галина Лосаева, Галика Бенд, великолепная композиция «Это сильнее меня» продолжает нашу музыкальную среду. Войду в образ. По холодному льду, дождь под своими ногами, но
наш верный простор. Я буду идти, не страшась ничего. Пусть каждый сидит в своих маленьких норах. Пусть рядом не будет со мной никого. Упаду, поднимусь, нет меня без тебя. И не будет ни разу фальшивого дня. Чтоб наплавиться стая большого огня. Я люблю тебя, это шли меня. Я люблю тебя, это шли меня. Браво! Песня о любви, спасибо, которая называется «Это сильнее меня». Спасибо огромное за эту композицию. Но я так понимаю, многие песни сегодня у нас звучат впервые в музыкальной среде. Нет, эти мы уже пели. Но будут новенькие. Окей, отлично. Сохраняем интригу. Тем самым это повод не переключаться с нашего канала, смотреть нас дальше. Будет много интересных разговоров, конечно, хорошей музыки. Не могу не затронуть тему, которая коснулась, ну, пожалуй, все сферы и всю планету. Это пандемия, коронавирус. По творческим коллективам, по певцам, певицам, артистам любого уровня это тоже не осталось бесследным. Многие отменили свои концерты, кто-то перешел в режим онлайн-вещания. Насколько мне известно, вы тоже своих поклонников не оставили без внимания и тоже организовывали онлайн-концерты. Ну, я старалась поддерживать, да, связь с людьми, которым интересна моя и наша музыка. Вот, в этом году мы делали только один живой концерт, это было в «Чаше мира», ну, в таком в акустическом варианте. А так, несколько раз делала прямые эфиры, незапланированные, там несколько запланированных. В общем, иногда бывает, хочется взять, попеть дома самому и как-то одному скучно петь, да, можно включить прямо эфир и попеть людям. Вот, я, кстати, несколько твоих эфиров тоже смотрел, ставил лайки, комментировать не комментировал, это делали очень хорошо другие зрители, но я с удовольствием. Я видела, спасибо большое, очень приятно. И, кстати, в этом году... Это первый ваш концерт, насколько мне известно, онлайн-концерт. Поэтому сегодняшний день и сегодняшний вечер запомнится, наверное, ну, и не только мне, не только вам, но и всем нашим зрителям. Я надеюсь. Да. Ну, для нас это тоже очень приятный опыт. Прям такой. Мы пропустили новогодние праздники на работе, да, мы устроим небольшой сюрприз. Да, да. Замечательно. Ну, и сегодня еще, кстати, и пощедровать можно сходить. Кстати, щедровальные песенки знаете? Знала когда-то. Мы вообще обычно ходим каждый год с гитарой и поем всем песню «Мы желаем счастья вам». Вот, и все очень радуются, правда, Рома? Ну, к счастью, еще нужно добавить и здоровье. Да. Ну, сами-то за здоровьем следите. Да, я хожу. Рекомендации врачей выполняйте. Кроме сегодня. Ну, стараюсь. Я уже даже поболела разочек. Ну, поболели мы немножко все, к сожалению. Поэтому, да, на больничном побыли. Стараюсь всегда быть в маске, в общественных местах. Я думаю, что нашим зрителям интересно будет узнать какие-то советы и рекомендации от Галины Лосаевой. Советы? Как себя защитить? Например, есть ли у тебя какой-нибудь рецепт лечебного, профилактического, волшебного чая? Я знаю, что ты знаешь, нет, что в чаях. Я думаю, что это как бы общепринятый такой рецепт. Я очень люблю имбирный чай. Я знаю, что он очень тонизирует, и его рекомендуют там, при заболеваниях там, горла, да, вот такое вот все. Это очень вкусно. Он по-разному делается, но я люблю смешивать имбирь с черным чаем и добавлять туда лимон. Очень вкусно.
Коллектив тоже поддерживаешь в конкурсе? Я не знаю, надеюсь. Пока не пробовали. Только морально. Но рецепт записали. Я только морально поддерживаю. От Михаила я увидел, куда полетела эта страза, в чей огородик. Хорошо, хорошо. Ну, это повод для Галика Бенд с твоей стороны устроить чайную вечеринку. О, мы ее устраиваем очень часто. Очень-очень. Ну, в основном мы пьем ромашковый чай. Что тоже, согласись, очень вкусно очень и хорошо. Да, очень и полезно. Да, и полезно. Хотелось бы немного затронуть, вот мы уже немножко про онлайн-концерты и про твои прямые эфиры в Инстаграм поговорили, но в Телеграм-каналах недавно, ну, относительно недавно появилась страница «Жизнь в вермишельке». Есть такое. Если честно, тоже подписан, периодически заглядываю, смотрю, что же там происходит нового. Рассказывай, как она, ну, я обычно меня всегда одуванчиком называю, да? У меня есть подруга Настя, она еще называет меня вермишелькой. Я такая думаю, так, надо это использовать. Вот. Ну, просто сейчас все как-то в Телеграм переходят, хотя, мне кажется, уже Телеграм отошел на второй план, и сейчас первое место занимает ТикТок, даже я теперь там что-то пытаюсь сделать. Вот, кстати, а я не модный в этом отношении. До ТикТока я пока еще не добрался. Да. Но это очень интересно. Мне интереснее, прям, чем Телеграм? Вообще интересно, да. Там, это прям как бы такая сеть, она на творчество нацелена. Туда просто абы что. Ну, есть, конечно, люди, которые выкладывают туда абы что. Но есть те, кто делает это красиво. Для того, чтобы это сделать красиво, это надо этим заняться, да? Там красиво отснять, придумать хорошую идею. Ну, для начала для красиво выглядеть, видео. Красиво одеться. Выглядеть, да. Хотя сейчас вот очень много различных фильтров. И... Ну да, и в ТикТоке они тоже есть. Вот. Ну, блин, у меня очень много социальных сетей, я стараюсь их по возможности активно вести, но все-таки больше внимания уделяю Инстаграму. Как-то он более близок. Ну, хорошо, давай тогда продолжим тему Инстаграма. Вот какой контент ты стараешься донести до своего зрителя, до своих поклонников, для своих подписчиков? В первую очередь я стараюсь донести до них радость. Я считаю, что это очень важно в нашем мире. Да, все такие ходят на улице хмурые, такие унылые. Вот. И я стараюсь что-то такое позитивное и писать, и выкладывать больше улыбающихся фото. Да. Ну, конечно же, как музыкант и фотограф, я туда чередую это с соответствующим контентом, с какими-то клипами такими легкими, со своими стихами даже, иногда с танцами теперь. В общем, по разным направлениям. Вот все, что меня интересует в жизни, то стараюсь туда публиковать. В истории вот наши репетиции выкладываю. Ну, вот смотри, ты говоришь больше позитива, но вот расскажи, когда просто идешь по улице, незнакомые люди, глядя на тебя, улыбаются? Это вообще вопрос такой сложный. Я так скажу, что Гомель очень долго привыкал к моей внешности. Вот. И были разные комментарии на этот счет. Но я всегда сама первая стараюсь улыбнуться человеку мимо идущему. И тогда некоторые люди, не все, некоторые люди улыбаются в ответ. Экспериментировала. Вот. Да. Проверяла. Но я не могу ходить грустно по улице. Я в основном всегда хожу с улыбкой. Я думаю о чем-то приятном, слушаю классную музыку. Ну, как-то, не знаю. Если идет человек навстречу, мне хочется ему улыбнуться. Слушай, вот ты сказала, были разные комментарии. Неужели в твоем случае хейтеры у тебя тоже есть? Ну, бывали случаи. Ну, смотря, хейтеры в социальных сетях или в жизни? В социальных сетях. Нет, в социальных сетях, ну, там совсем по мелочи. А вот в жизни встречалось много. Ну, мне это нравится, это прикольно. Ты даже не собираешься с этим бороться? Или любую, даже самую негативную ситуацию стараешься развернуть позитивной стороной? Ну, в основном, да. В основном так. Вот, ты знаешь, хотелось бы узнать этот рецепт, секрет. Как это сделать? Ну, я не знаю. Это, мне кажется, с детства формируется. Меня с детства очень часто много и часто дразнили. И это меня закаляло. Наверное, поэтому. Ну, вообще странно, как бы, ну, грубо говоря, оскорблять человека за его внешность, да? Но не я ее выбрала. И я от нее обалдею вообще. Вот. Поверь, не только ты. Поэтому, ну, люди, которые до этого опускаются, это странные люди. И на самом-то деле мне их даже немножко жалко. А может быть, немножко. Да, вот здесь я с тобой полностью согласен. Вот. Как-то так. Добавим позитива. Да. Композиция, которая прозвучит следующая, совсем называется... Совсем не позитивная.
Как? Ты представить себе не можешь. Да, она грустная. А почему? Ну, вообще, она не то чтобы прям грустная. В каком состоянии ты ее создавала, если она грустная? Она не то чтобы грустная, вот... Я не знаю, мне кажется, мои песни о любви, они как раз таки о любви такой всепоглощающей и приятной. Не о расставании, как сейчас, да, там часто мы слышим на радиоволнах песни о том, как они расстались, какая у них была любовь, и все потерялось. У меня наоборот, у меня в моих, мне кажется, песнях все так очень красиво заканчивается. Хэппи-эндом. Ну, как бы да. Как бы хэппи-эндом. Это главное. Ты представить себе не можешь. Галика Бенд, Галина Лосаева продолжают наш эфир. Ты представить себе не можешь, как без тебя мне мучительно плохо. Даже когда воедино сложишь все, что давно позабыто Богом, даже когда перестанешь верить, или твою веру навсегда отнимут, все, что во мне невозможно измерить. Я будто бы тот, кто всеми покинут. Сердцем моим ты владеешь бессрочно. Ты для всего, что во мне, повелитель на троне великом. Из капель крови в сосудах телесных твои отпечатки, следы дыхания, твой запах по клеткам моего организма. Ты как болезнь проникаешь мне в ткани, образ жизни моей на правах аскетизма. Все мои чувства за гранью безумства во владение давно твои отданы были. Без тебя на душе отвратительно пусто, глаза режут от грязной невидимой пыли. И дышать тяжело, и ходить невозможно по земле, как по иглам из пылающей стали. Но любить тебя вовсе не так уж и сложно. Я не знаю, я не хочу, но мы перестали быть рядом, перестали быть вместе, хоть минуту, секунду. Любить тебя буду хоть 100 лет, хоть 200. Без тебя плоть моя вполовину бездушна. Я не верю, что все навсегда изменилось. Без тебя не найти в мире этом не место. Эта жизнь мне однажды во сне моем снилась. Были рядом мы в ней, в Царстве Небесном. Я не верю, что все навсегда изменилось. Без тебя не найти место. Эта жизнь не однажды во сне моем снилась. Были рядом мы в ней.
Браво, великолепно. Спасибо. Поддержим аплодисментами. А, присаживайся, продолжим наш разговор. Могу закрыть. Ну ладно. А, эта жизнь однажды во сне моем снилась. Часто снятся сны? Очень. Просто вот бывают люди, спрашиваешь, тебе снятся сны? Он говорит, нет, совершенно. Ну, мне очень часто снятся сны, особенно по выходным, когда я сплю больше обычного. А это сколько? Часов 9. Ух ты! Завидую. Стараюсь так делать. Но это не всегда получается. Обычно я как-то ложусь в час, встаю в 8. Ну, в 7 на работу. Ну, по-моему, творческие люди все такие, это для них норма. Да. А что чаще всего снится? И запоминаешь ли ты свои сны? У меня часто снится какие-то приключения всегда, какие-то прям экшн-фильмы мне снятся во сне. Когда активно писала, когда мне только начало это нравиться, мне очень часто приходили красивые строки во сне, я потом просыпалась, записывала их, и из них рождались стихотворения. Вот странно. Я, например, просыпаешься, помнишь, что снилось что-то интересное, но что, это уже проблематично вспомнить. Ну, бывает и такое. Еще я очень часто летаю во сне и бегаю, убегаю от кого-нибудь. А, как там говорят, если летаешь во сне, значит, еще растешь? Наверное. Наверное, еще расту. Скажи, а ну вообще вот творческие люди в творческих кругах, там же масса каких-то примет, масса каких-то суеверий. Даже вот у нас, если, не дай бог, упадет сценарий, то там нужно проделать определенный комплекс физических упражнений, чтобы с этим сценарием, равно как и с проектом, ничего плохого не случилось. Вот Михаил вот меня поддерживает. Да, просто понимаю. Да, я не знаю, у меня такого нет. Есть ли у тебя какие-то приметы? Я например, обычно... с какой ноги заходить в студию звукозаписи или на сцену? Я обычно, единственное, что я делаю, это перед выступлением. Сегодня забыла, потому что слишком суматошно все было. А так, чтобы какие-то суеверные вещи, ну, как бы в плане вот таких мероприятий, у меня ничего такого нету. Главное, одеть красивую одежду. Ну, про одежду это отдельный разговор. Ты знаешь, вот о чем бы я еще хотел поговорить? Также из соцсетей, из того же Инстаграма, из того же «Жизнь вермишельки» из телеграм-канала узнал, что кроме музыки, кроме фотографии, кроме поэзии, у тебя еще в жизни появились танцы. Yeah. Что это за история танцевальная? Расскажи. Ну, мне они нравились давно. Мне всегда в детстве нравилось смотреть фильмы про танцы. Там «Шаг вперед», например, и тому подобные всякие фильмы. Вот, как-то я закончила университет, начала работать, забросила спорт, ну, как бы какую-то физическую нагрузку, да. А спорт до этого какой был? Ну, разный. Я в школьное время в баскетбол, волейбол, футбол играла, в университетское время это был волейбол и настольный теннис. Вот, а потом как-то начала работать и не уделяла этому внимания, у меня есть там некоторые проблемы с позвоночником. Вот, и потом как бы начались вот такие всякие звоночки. Я такая думаю, так, все, надо срочно заняться спортом. Спустя 5 лет. А звоночки какие? Например, от... Ну, там спина болит, там ноги болят. Ну, такие вот там именно там, в плане кости и все такое. Я такая думаю, так, все, надо срочно заняться спортом. Вот, вообще у меня папа спортсмен, он занимается восточными единоборствами всю свою жизнь. Там, в свои годы он еще солнце там крутит. Ну, а папа никогда вот. Не... Я в детстве с папой занималась. Там, до класса, наверное, ну, не знаю, может, 3-го, может, 5-го, а потом как-то... Тоже восточными единоборствами? Да, потом мне что-то перестало это нравиться, и там появились новые увлечения. И вот когда я думала про танцы, у меня был выбор, танцы или ушу. Вот. Но оно все было в одно время, так там тренировки в одинаковые дни и в одно время. Я такая думаю, надо выбрать танцы, потому что я девочка, танцы это классно, танцы это полезно, это красиво, это и физическая нагрузка, вот. Поэтому танцы. Ну, кто-то может подумать, ну что такое танцы? Это, ого, ну, танцы это легкомысленное что-то. Нет. Докажешь обратное? Сейчас что? Прямо. Нет. Я не готова. Я тебе подыграю. На самом-то деле я ни на одной своей тренировке раньше в спорте так не уставала, как после тренировок танцевальных. Но это очень, танцевальные тоже тренировки или все же репетиция? Это тренировки. Это прям тренировки, конкретные тренировки.
Ну, танцы ты выбрала какие? Бальные, народные или... Там, наверное, преимущественно хип-хоп, такая уличная хореография, но там еще и разные всякие элементы. С растяжками и силовыми элементами по работе с собственным весом. Хореограф посмотрит, скажет, что ты несешь. Да нет, ну реально больше хип-хопа, ну мне так кажется. Мне это нравится очень. Я такую музыку не слушаю, но мне очень нравится под нее двигаться. Вот. А как давно ты пришла в танцы? Год уже. Уже год. Ну, понимаешь, да, в мире музыки ты уже плаваешь уверенно, и тот же самый Кучерявый тур это доказал. Вот скажи, когда пришла в танцы, коллектив воспринял сразу или все-таки шла, вот как же я там буду? Я просто почему спрашиваю, нет, смотрю, конечно, когда ребята, девчонки первый раз переступают порог тренажерного зала, первый вопрос, а как же на меня же там все будут смотреть, пальцем показывать и смеяться? Нет, ну конечно, я же в этой сфере была новичок, и я волновалась первые несколько тренировок, но потом я поняла, что в принципе у меня есть к этому кое-какие способности, и со временем уже я перестала там стесняться, где-то там выходить в первый ряд и все такое. Ну, хореограф всегда говорит, так, меняемся рядами. И я такая, блин, меняемся рядами, ну зачем? Вот, но сейчас мне уже не страшно. Твои танцы ограничиваются только репетиционными залами или уже были какие-то выходы на сцену с концертом? Уже были. Вообще в декабре их было несколько прямо. Мы ездили в Минск на республиканский танцевальный конкурс «Бизон». Uh-huh. Заняли там второе место в нашей категории. А потом были в Гомеле, здесь проходит, я так поняла, каждый сезон, каждую пару года там, наверное, Red Cat такой есть конкурс, uh-huh. может быть, слышали. Вот. Там мы тоже выступали, и потом вместе со всей этой нашей танцевальной студией делали благотворительные концерты там в поддержку сбора средств на лечение девочки. Вот. Поэтому уже у меня был такой опыт выступлений с людьми. Перед публикой. Ну, смотри, танцы на сцене и Галика Бенд, Галина Ласаева тоже – это сцена. Танцы помогают как-то в работе, например, с твоим музыкальным контентом? Танцы мне очень помогают в плане развития вокальных способностей. Серьезно? Потому что любая физическая нагрузка – это тренировка легких, а тренировка легких для вокалиста очень важна. А, знаешь, что я вспомнил с нашей встречи 2019 года? Да, ты рассказывала, что одно из твоих увлечений – это жонглирование. Ну, было такое. Осталось в прошлом или... Нет, я иногда жонглирую, но я уже давно не учила ничего нового, просто я не успеваю. Знаешь, я сейчас вернусь, ты продолжай рассказывать про свое жонглирование. Новый год, ну, как бы, по большому счету закончился, мандарины у меня так, еще остались, поэтому... Мандарины, я сейчас мандаринами когда-нибудь жонглировала? Посмотри, что да, у меня есть. Да, у меня в ТикТоке есть видео такое, где я такая в магазине жонглирую. Серьезно? 2, 3, 4, сколько тебе нужно для полного счастья? 4 я еще не очень научилась. Да, главное тут ничего не обронить. Я умею, вот смотри, как я умею. Опа! Двумя опа. Ты, наверное, умеешь. Опа! Нет? Опа! А двумя? Опа! Двумя? Опа! 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 Ну, опа! Ладно. Опа! Аплодисменты мне! Ну, принцип другой. Как, нормальные? Ну, не тяжеленькие. Ну, я старался. Надо маленькие. Галина Ласаева, Галика Бенд. Класс. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще играть охота. Что ты не умеешь из творчества? Расскажи мне лучше. Я не умею много чего из творчества. Там красиво рисовать, например. Вышивать крестиком, вязать. Ну, как говорится, не, ну когда в школе учились, там получалось. Всему свое время, у нас давно не было музыки да, в эфире. Следующая композиция называется «Ты будешь ветром». Надеюсь, давайте. Она гораздо повеселее. Она поинтересней. Окей. «Ты будешь ветром» в нашем эфире. Не передать словами.
припешную. Это как магия души моей. Когда-то давно в мое сердце твой мир захватил свои руки. Не жизни моей без тебя. Теперь я буду писать себе песни, искать тебя в каждом прохожем. Не будет тебя не хватать. Ты будешь всегда со мной рядом. Мы будем всегда с тобой вместе. Я буду тебе повторять в моей душе и в каждом слове. Ты в моих мыслях. Читать твою книгу и чувствовать в ней твои руки. Любовь пронесу сквозь всю жизнь, поверь. Я буду писать тебе песни и ждать тебя в каждом прохожем. Не будет тебя не хватать. Ты будешь всегда со мной рядом. Мы будем всегда с тобой вместе. Я буду тебе повторять в моей душе и в каждом слове. Ты в моих мыслях и мечтах наедине. Всегда со мною ты будешь ветром в моих волосах. Ты будешь ветром. Браво! Спасибо. Знаешь, очень сильно захотелось, чтобы скорее наступила весна, и вот первый весенний ветер. По-моему, это история про это. А еще один момент, который хотелось бы затронуть, тема, на которую хотелось бы поговорить, и вот, собственно, немножко затронули в начале эфира, как выяснилось, это одно из главных событий, съемки вашего дебютного клипа. Это же дебютный клип был, если да. не считать ролика да. в ТикТоке. Ну да, да, да. Дебютный. Расскажи, вообще, ну, клип снят, я так понимаю, монтируется, уже вот последние детали, последние штрихи остались. Ну да, материал весь отснят, сценарий есть, все есть, ждем, когда он будет готов. Вообще, ну, как ощущение? Одно дело записываться в студии, другое дело выходить на сцену, вот у нас побывать. Съемки клипа, это, наверное, совершенно другая история. Это, ну, маленькое кино, судя по бэкстейджу, которое мы увидели. И я надеюсь, сейчас тоже, вот пока мы с тобой разговариваем, режиссер покажет некоторые фрагменты нашим зрителям. Как ощущения? Ну, было приятно. Я вообще сама, скажем так, соавтор сценария. Вот, вместе с ребятами, которые снимали нас, была определенная задумка. Вдохновлялась клипами других исполнителей. Например, каких? Например, «Монатика» и «Дакоты». Вот. Ну, мне нравится стилистика, в которой они это делают. А вот это вот, где ты в тележке из супермаркета катаюсь. Ездишь? Да, было такое. Нас даже не выгнали. Это возле Мартина. Я, между прочим, так вот ни разу не катался. Расскажи ощущения, каково это? На самом-то деле это неудобно. Неудобно? Да, неудобно и немножко даже неприятно. Но кайфово. Потому что ты не контролируешь скорость движения. Но кайфово очень. Потому что, ну, такие прикольные ощущения. Ну, для того, чтобы было приятно, там надо подушечки положить, тогда будет приятно. А расскажи вообще, о чем эта история, о чем хотели рассказать в этом клипе? Ну, песня, она, опять же, о любви, о мечте, о том, что нужно открываться жизни, открываться чувствам, не бояться этого, вот, песня об этом.
Помогать друг другу, поддерживать друг друга. Вообще много о чем. Ну и обязательно хэппи-энд. Да. Ну, снимается там главная героиня ты, Гали Кабенд. Кого-то еще привлекали? Да, привлекала своего хореографа и привлекала еще своего друга. Вот. Нас там типа снимала в стори. Ну, смотри, то, что получилось на выходе, вот по внутренним ощущениям. Ну, я еще не видела готовый вариант. Серьезно? Да, я еще не видела. Я жду. Вообще, если бы я видела, мы бы уже показали. Окей. Так, нет, так еще не видела, но у меня большие планы. Отлично. На этот клип. Ну, повторюсь, что очень надеюсь, что премьера его состоится у нас. Одним из добрых вечеров, в одну из музыкальных сред. Ну, давай, наверное, немного расскажем о следующей композиции, которая прозвучит. «Не дай мне потерять тебя». Вот скажи сразу, это песня позитивная или грустная? Нет, это тоже грустная. Но мы же сегодня чередуем. Там позитивная, грустная, позитивная, грустная. Вот. Не всем же песням быть веселыми. Ну, просто глядя на тебя, на твою команду, несмотря на то, что вы все такие in black style. Но она не грустная, она лиричная. Но она приятна. Друзья, немного лирики этим вечером. Не дай мне потерять тебя, прости меня, за все прошу. Ты жизнь моя, моя семья, я жизнью так не дорожу. Не дай мне потерять тебя, не оставляй меня одну. Мне без тебя не жить, любя, я изнутри за миг сгорю. Не дай мне потерять тебя, ведь потеряв тебя однажды, меня не станет навсегда. Я будто бы умру от жажды. Не дай мне потерять тебя, ты есть дыхание мое. Услышь, прошу, услышь меня, на свете этом без тебя я потеряю все. Не дай мне потерять тебя, я никого так не люблю. Жизнь будет без тебя пуста, прошу тебя, тебя молю. Не дай мне потерять тебя и умереть не, умерев, сгореть внутри, жить в мире зря, тобой навеки заболев. Не дай мне потерять тебя, ведь потеряв тебя однажды, меня не станет навсегда. Я будто бы умру от жажды. Не дай мне потерять тебя, ты есть дыхание мое. Услышь, прошу, услышь меня, на свете этом без тебя я потеряю все. Потерять тебя, ведь потеряв тебя однажды, меня не станет навсегда. Я будто бы умру от жажды. Не дай мне потерять тебя, ты есть дыхание мое. Услышь, прошу, услышь меня, на свете этом без тебя я потеряю все. Без тебя я потеряю все. В конце хочется просто сказать: все будет хорошо. Спасибо тебе за эту композицию огромное. Пожалуйста. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Напомню, что у нас сегодня своеобразный дебют, своеобразная премьера в проекте «Добрый вечер, Гомель. Музыкальная среда». Это значит, что каждую среду в этой студии у нас будут прекрасные музыканты, великолепные артисты и, конечно же, хорошая музыка. Ну а дебютируем мы сегодня вместе с великолепной, очаровательной Галиной Лосаевой и ее команда «Галика Бэнд». Несколько раз мы сегодня затрагивали тему фотографии. Вот хотелось бы спросить, так вот вопрос в лоб задать. Ну, вот,
А Галлика Бэнд, нужно коллективу уделять огромное количество времени. Это и репетиции, это и работа с коллективом, это и создание музыкального контента. Потом танцы, хореография. Ну, жонглировать ты не разучилась, мы это увидели. Да. За всем этим многообразием твоих творческих увлечений фотография на каком месте осталась? Фотография равно музыка. Да? Да. То есть хватает на все времени? Да. Я всегда говорю, что больше всего в жизни я люблю петь и фотографировать. Ну, в плане заниматься музыкой и фотографировать. Хотя фотографией занимаюсь не с детства, там, совсем, не совсем как музыкой, да, с 14-го года, наверное. Вот, ну, я стараюсь успевать делать все, мне это очень нравится, это меня очень сильно вдохновляет. А ты бывает так, что и фотограф, и бывает так, что ты модель. Вот где ты себя комфортнее чувствуешь? Мне и там, и там хорошо. Я вообще люблю и снимать, и сниматься. Мне нравится очень. А есть ли какие-то предпочтения, что или кого тебе больше нравится фотографировать? Я больше всего люблю фотографировать людей. Портретная фотография. Ну, иногда бывает, там, архитектуру снимаю, где-то природу, но я считаю, что лучше всего у меня получаются люди, и я этим и занимаюсь. Я просмотрел несколько твоих фотоподборок, кстати, сейчас вот мы на большом экране. Их тоже видим. Слушай, а как люди попадают к тебе в объектив? Это из числа твоих друзей, знакомых, приятелей? Или просто, например, можешь на улице увидеть человека, который... Ну... Такое бывает. Бывает, что встречу, мне нравится типаж, и я предлагаю людям пофотографироваться. А вообще как-то... Я очень часто говорю, что... Очень часто говорю, очень часто происходит. В общем, я говорю о том, что люди, которых я снимаю, впоследствии становятся моими хорошими друзьями или хорошими знакомыми. Вот, и таким образом увеличивается круг моего общения, и мы потом в дальнейшем работаем с ними снова. Какие кадры у тебя получаются наиболее удачными? Те, которые вот тщательно готовятся, там, подбор света, цвета, одежды, интерьера, локации, или какие-то, ну, просто шла и сфотографировала? Нет, я всегда готовлюсь к своим съемкам, прям просто шла и сфотографировала, это уже как-то больше репортажная съемка, я... Снимая людей, мы заранее с ними продумываем место, в котором мы хотим это сделать, да, продумываем образ, вот, и чтобы все сходилось, там, время суток бывает, даже если это уличная съемка, да, вот, поэтому все это в основном планируется заранее. Ну, так и должно быть. Для того, чтобы получились классные фотографии в том стиле, в котором я работаю, все должно быть спланировано. Вплоть до того, что даже я могу себе сделать, или могу, или должна даже сделать себе раскадровку примерно того, что я хочу получить на выходе. Ну, я к чему все подвожу. Например, вот даже стилистика сегодняшнего вечера. Я предполагал, что у нас будет черная команда, Black Style. А к выбору одежды, вот я даже так вот... в тон с вами. Да. Ну, вот немножко, ну, я вообще очень, синего акцента очень добавил. Люблю одежду. В принципе, уделяю ей большое внимание. И в плане цвета очень люблю белый и черный цвет, но в белом как бы зимой особо ходить неудобно. Вот. А в черном он всегда очень выигрышно смотрится, всегда стильно. И не толстит. Да, и худит. Происходят очень удивительные вещи. Почему-то с хорошими людьми, в хорошей компании, с хорошей музыкой час пролетает очень незаметно. Я хочу сказать тебе лично и всей твоей Галлика Бэнд огромное спасибо за то, что музыкальная среда стартовала именно с вашего визита к нам. А что пожелаете вашим поклонникам? Ну, год только начался. В первую очередь, конечно же, крепкого здоровья. Это сейчас очень актуально. Берегите себя, заботьтесь друг о дружке, не забывайте утепляться, потому что скоро будет очень холодно, говорят так синоптики. Да-да, я слышал. Вот. Конечно же, хочется пожелать хорошего настроения, находить что-то приятное в каждом дне, любви огромной, счастья бесконечного. В общем, всего самого лучшего, всего, что будет дарить вам радость, все, от чего будет тепло и уютно. Я хочу поблагодарить всех вас, дорогие зрители, за то, что весь эфирный час были вместе с нами. Не забывайте заходить на наши странички в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Ну и, конечно же, смотрите наш канал в YouTube. Там есть архив всех выпусков программы «Добрый вечер, Гомель». Ну а этот замечательный вечер мы завершим
невероятной красивая композиции, песня. Красивой, которая называется «Мое солнце». Пока она не началась, вам, дорогие друзья, хочу сказать, завтра будет новый вечер. Безусловно, он будет добрым. Ну, а пока что композиция «Мое солнце» Галина Лосаева, Галика Бенд завершают наш сегодняшний добрый вечер. Чего, что происходит вокруг? И шкаф свой чемодан достанем, возьмем гитару и спасательный круг. Купим одежду, обналичим счета, закинем почки в рюкзаки. Наш так давно заждалась мечта, что нашу жизнь оставляла знаки. Возьмем билеты на поезд, отправимся туда, где живет душа. Рубашки заправим за поезд и будем жить, никуда не спеша. Моя душа, будь рядом со мной, мое солнце. Мы вместе пройдем этот путь, с тобой мы как два марафонца. Давно нам пора отдохнуть. Будь рядом со мной, мое солнце. Мы вместе пройдем этот путь, с тобой мы как два марафонца. Давно нам пора отдохнуть. Оставь своей маме записку, пусть знает, что все хорошо. Мечты из окомного списка исполнить время пришло. Нам нужно решиться все бросить, иначе никак не уйти. Сегодня я жду тебя в восемь, вторая платформа на пятом пути. Будь рядом со мной, мое солнце. Мы вместе пройдем этот путь, с тобой мы как два марафонца. Давно нам пора отдохнуть, будь рядом со мной, мое солнце. Мы вместе пройдем этот путь, с тобой мы как два марафонца. Давно нам пора. Мы вместе пройдем этот путь, с тобой мы как два марафонца.